танком взять немножко регов. Этого бить не надо. Там уже доты повешали уже, так что убивайте. История снимал ловушки? Да, нет ловушек. Групп лут поставил? Вдруг там... Вроде стоит групп лут. Да. Вообще ничего не... Пустые какие-то мобы. Пауков бейте. В первую очередь пауков не уешьте, а пауков. Одного паука хотя бы убивайте. Потому что будут коконы и будет весело. Там пока идем до ребра, паладины во сколько, трое, каски, чуть не проебали тебя. Кулак вижу, еще МП5. Вот пикси МП5 кидай. Где тянка там? Мне в холле, кажется, да? Ну там смотрите, кто из вас. У нее какие спеки. У нее ДС шопа. Ну значит холлик. Окей. Что там, ловушки есть? Нету, я все убрал. Ага. И вот. ВБ сельди в шапашках получается. Да. Они тоже со спеками, если я ничего не путаю. Да, если бы они еще дамажили по 20к, как до нерфа. А что, сильно понерфили? Не знаю, сейчас посмотрим. Рисуйте меня как минутка будет. Просто расходников набрала сейчас. На рейд. Че, уже последние мобы. Угу. Все, ставьте шкаф. Хоть что-то. Боешка. Боешка, говоришь? Ладно. Получил добычу. Прикольно. Что-то бой показывает. Почему бой? Пошли вначале инста бить мобов.
Ну, там не должно быть уже этих мобов. Их NPC должны убить были. Там кое-кто, наверное, сагрил. Репу качают. Да, не придает репу за этих первых двух. Похуй, их быстрее убить, чем разглагольствовать. Все, отвис. Ладно, Балахман, иди чиль. Где там этот паладин? Который ретрик? Полтосянка в гильдии. Мне пускай его призвать? А. Там у паладина пинг, он говорит. Ой, у ханта. Ну, я его не знаю, я за него поручаться не могу. Пикси говорит какой-то хороший, я не знаю, тоже. Пикси и Холик хороший. Пикси говорит, что этот паладин хороший. Так ну что... ладно, поверим Пикси. Будем пиздить Пикси, если он заслакает. Да. Пришел сумон тебе? Да, сейчас. 10 FPS, это еще можно играть. У меня стабильно 15, все нормально. Это нормально, да. Давайте рыбу. Приняла, это не сработало. Просто суманите еще раз. Поганулась, что ли? Он, наверное, хант в инсте. Балахман, ты еще в инсте? Пришел суман? Да. Нажимаю, не работает. Сейчас сама прилечу. Ну, он в инсте, наверное, поэтому... Нет, наверное. Минуту нет, надо ждать. Нет. Пока выкидывает его, минуту надо ждать. Может, сейчас только выкинул. Давай еще раз. Только не затыкайте рыбу. Все, фулл баф, давайте все тут. В огне не стоим. А, маги, дайте столик. Забыл. Стоим как хотите, только в огне не стоите. Арканав тут. На пол не знаю, на Мордонса или на Big Damage War. Одного из них. Скорее всего на War. Сейчас я свернулась. Я, оказывается, ноут в розетку не включила. Хурюк. Все готовы. Танки на счет 3 пуляем. Раз, два, три. Служи, выходим. Не стойте в лужах просто. Два тика еще вас захилят, третий тик не стойте. Выходите из службы быстрее. Я первый дам мне зыбку. Давай. Хилы вас особенно касаются. Не стойте. Кто-то вылезло. Все, здесь. Не западал. Все, давайте прохиливаемся. Но вихри не дамажит особо. Все-таки не гера. Из огня выходим.
Все, встаем обратно. Синтек грилит, а Булкин сельдь. Пресайте. Сразу фулбаф, сразу щитки. От лужи отходим. Радикон быстро двигался лесом. С огня выходим. Шипы быстрее убиваем. Поверните себе эти шипы быстрее. Не забывайте, там люди дамажат, хилят вас. Янка. Ставлю тотем, сельдь, гимна маны. Булкин, Вадикон. По пикси инер закиньте. В лужах не стоим. Тянка. Быстро двигался. Все, боссу обратно за спину заходим. Смотрите, если лужа пойдет, надо выпрыгнуть с нее. Встаньте ближе немножко, встаньте. Шипы. Шипы РДД разбейте. Янка, выйдешь с лужи. Осколок. Угу. Забирай. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты.
Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы! Я вижу, вы там стоите, да? Просто так. Зачем? Да, синтек тебе дну. Не знаю. На свои руки. Надо бить. Сегодня. Надо бить трешника. Если стоять, инс не проходится. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует. РДД вон по левому играть. Напуливайте вот эту большую пачку на танка. Тем скорее выберите иной путь. Осторожно, не сдохните от клива. Инар, подкиньте фантик, кому не жалко. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Спасибо. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет... Не откидывайте. Мучнее. Блять, вы где там стоите? Сука. Клиф, что ли, вестника ловите? Святос, ты в частности. Откуда ты дамаг ловишь, блять? Отойди из-под ебала, блядь. Переагриваем и он, и я. Ну отойди, дай давай. Им набрать агро. Постой, покури. Тут танков хилит еще и тебя. Заходу. 200-й рольте. Кубик нажимайте. Сери, подбегай в сторону. А вы ешь по нам просто. Наш под конец взрывается. Так. Значит, где звезда танчит? Протовар. Ближние два моба к леди. И мордонец лестницы и крайний ближний к лестнице моб. В кружке танчит рарник. На рарника напуливает история и Лёхи напуливаешь. Вторая, четвертая играете справа, где кружок. Первая, третья, слева, где звезда. Если где-то трэш убили раньше, помогайте, где они добили. С лестницы обязательно моба, не забывай гриппать к себе мордонец. Рыбку поешьте, пока стоит кому надо. Ну и самое главное, в лужах не стойте долго. И контрольте людей, ну тут сова есть, вот есть. Все готовы, все, можете пулять. На меня сильно-сильно не рассчитывайте, мне допекать сложно. Это место станет вашей могилой.
Так. Давайте. Эпикон от контроля. Давайте Геру, короче, дамажьте в босса. Надо было подождать, ну да ладно. Дай вторую Геру, у кого она есть, есть там, для Вадикона. Ну ладно, ничего страшного. Треш там секунду-две подождете, пока побейте. Сейчас, 10 секунд. Сейчас как раз напулят. Все, бейте трэш. Святосов контроль. Помогите моба воскрешенного там добить. Кто там, РДД или кто его может бить? Мелики вроде. Все, дальше. Это еще сзади стоит, пуляется. Сзади, да. Сзади пуляется, идите ханты, там милики все бейте. Там физурон надо. Это, бегите милики, сейчас сразу следующий трес скоро будет. Тут вот моб не убитый, его нельзя так оставлять. Контролем. Вы чё, блядь? Ребят, поаккуратнее. Чё это было? Кто это въебал по нему? Жёстко. Трэш бьём? Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Тридцать секунд должны успеть перевести, бейте сильнее по боссу. Фиксив контроль. Не убейте, аккуратнее. Все, перевели. А Святоса кто захуярил? Пикси, что ли? Вроде босс. От духов отбегайте, в Гере пригодится. Ну, давай Булкин, Реса и Святоса и бьем дальше. Spirits. Булкин, контроль. Спасибо, что убили. Босса всегда отводите, когда человек в контроле. Фул бафы обновляйте. Каску, лапу, пристана. Сель, давай гейм на ману. Файда в контроль. Наверху там, если что, пачка трэша будет, ее сразу бьем. Только дракона не пульте, чтобы люди могли в портал телепортироваться. Ты не в силах противиться моей воле. Spirits. Хурюка не убейте. Вот сельдь, вот я видел, как ты стояла. Ну, тебе вообще по барабану, да? В Гере эта хуйня не прокатит. Бывает. Чего? Лут. Ну, ничего страшного. Че, осколок был? Не знаю, не видел, вроде нет. Параша выпала.
Отказываемся пока от лута, да? Да, я вроде забрал. Можете хоть кубик нажимать. Групповой обратно поставил. Пошли дальше. Так, мне пару секунд надо аддон поправить под Холика. А тебе какой аддон? Вуду? Да. А что ты подправляешь? Я просто исповедь на молитву меняю. А какое сочетание клавиш? Ctrl, верхняя правая кнопка мыши. Ой, нижняя наоборот. А, ничего себе. У тебя на мышке больше. Ну, я боковыми кнопками жму большинство скиллов. Я что-то помню, играл первый хил Holy Priest, как-то начинал, тоже эту всю хуйню прописывал. Ctrl, Shift, там, блядь. Потом что-то перешел на хил таргет по маусоверу. На кнопку нахуярил и все. Навел мышку на челика. Хуярю кнопочки, какие хочу. И... удобно. Ну я под себя, под свою руку настроил. У меня видюха сгорела. У кого? У Палтосянки. Ну, я рад. Точнее, ну... я не рад, но... блядь. Ну, будет повод заменить. Сочувствую, конечно. Yes. Чё, ты сейчас идёшь отдыхать? Плакать. Без видюхи он идёт, да. Ладно, я тебе пока кикну, чтоб с инста вылетал. Угу. Есть на замену чудо-яйца, есть Vincent Mag. Vincent, по-моему, больше даст, да? Не уверена. Или я ошибаюсь? Не помню. А кто-то хорош... яйца вроде нормально дамажил. Да? Чудо? Ну, хуй с ним, давай. Призвать? Да, давайте, ставьте шкаф. Где он там, отошел, нет? Вот он. Все, сейчас присмотрим. Блять, а хантай... ой, пала, поди, еще не выкинул. Нихуя не ясно на всеобщем. Фул ПП, он пишет. Ну, еще не выкинул, видимо. Там видюха у челика сгорела, тебе повезло, вообще пиздец. Мне б так видюхи сгорали, чтобы в топовые рейды попадать. Точнее, не у меня, бля. А у топовых рейдеров. Хуяк такой пришел в гильдию, блядь. Первый рейд не берут, только в пятый. Хуяк у первого рейда сгорает видюха, и ты на замене, блядь. Наверное, купил у майнеров, да? Они сейчас раз... сколько... дофига продают их. Так, давай еще раз. Че вы... а, вот он. Ранцы берите, короче, все. По пушкам уже сели. По пушкам, по пушкам. Самое главное, что вам хочу сказать, встаньте по одному человеку. По два не тыкайте на пушку, иначе она забагается. Аркана в клёке пельмешайни Хёстори отписали, что они хотят пушки. Вот, ну, пускай, это... думаю, между собой они разберутся. Мордонец, как обычно, туда. Вар, как обычно, здесь. Блять, меня знаешь, что бесит на корабле? Вот геодата кривая. Вот где-то... вот тут, короче, стоял в пушке медведь. И я, блять, вокруг него бегаю уже, как не могу, блять. И, сука, не тыкается на него нихуя. Что-то они, ну, поломали конкретно. Надо как-то починить им, блять. Параша какая-то, блять. В том плане, что он перед тобой, но не хилится? Ну да, типа вне поля зрения пишет. Да, бывает такая хуйта. Это недавно была какая-то фигня, которая работала не только здесь, в принципе, везде.
что люди из поля зрения просто пропадали, хотя не вот перед твоим носом. Угу. Видимо, недопочинили. Ну лети сразу туда уже, мордонец. Вот, вот и вот так не кастуется, нахуй. Как вставать-то, блядь? О, вот так. Хилишь? Да, так хилишься. Вижу, достаю хилю. Два мага, короче, там. Там посмотрим. Если что, у меня есть дух. Угу. Если не прокнет, КД минута. Очень прикольная штука, на самом деле. Блять, Пикси, что у тебя с мной, блять? Ты... Что ты делаешь? Ну... Кушает ее. Пиздец. Постоянно уверхилит. Нажимай клятву, не уверхилит. Ну куда? Хилит он хорошо. Это понятно, но мана... Но мана у него исчезает. Как-то поэкономнее относись к мне. Клятву по КД нажимай. Пока не приходит такой дамаг, что у него полуебало отлетает. Вот после этого мага убили, все, улетайте оттуда. Потом добьете в следующий раз. Улетайте, надо скинуть стаки с Мурадина. А то Пикси высохнет сейчас. Я его все равно перехиливаю. Все свалили. Мурадонец, улетай. Да, кто не свалил, тот сдохнет. А то скоро маг. Надо на корабле помогать тут же. Все, лети. Ты смотри, эффективное исцеление, не избыточное в рекаунте, Пикси. Вот здесь надо стараться, а не на избыточном. Избыточное это только по необходимости, когда надо. Алло. Так у меня всегда эффективно больше, чем у других. На миллион, на 2 миллиона, может, на 3 даже бывает. И они оверхили. Вижу, цель просела по хп, неважно, сколько она сильно просела. Все равно захилю в любом случае. Не буду стоять себя ждать, пока что, не знаю, по хп у человека отлетит. Ну это бред. Сколько ты лет ты играешь в Warcraft? Я 6 лет уже играю, ты чисто только на хилах. Просто это нехорошо, когда так садишься быстро по майн. Только вы за меня не переживайте, я в любом случае могу миллизон туда эти босса побить. Только нажать святую клятву. Понятно. Только на Лич Кинге играл или до этого еще где-то играл? На Шиэле играл, на Лич Кинге больше времени. На Сирусе с 2016 года играю, на Шиэле год поиграл. Потом обратно на Сирус вернулся. Ну и все вроде бы, больше нигде. А на Шиэле сейчас не играешь, да? На Шиэле? Ну, когда подписка эта шобль-ёбль началась, перестал. Так, ну давай, Вадикон, залей по Пикси Иннер. Сейчас третий маг будет, потом улетаем. Это последний, кстати, маг. Можете, кстати, не улетать. Так, ну, можем похилить. Булочка будет, минутка, кинь Пикси Иннер. Да уже точно не надо. Там корабль что-то потом будет. Ну, могу дать без проблем. Бля, сюда, блядь. Все. Янка, у тебя как в традиции, как корабли, так что-то случается с тобой. Я хотела к ним прыгнуть там, а потом сдохла. Ну прыгай, просто не прыгай. Отсюда мы их достаем хилить. Не, ну, можно просто под лицо не прыгать и умирать не будешь. А, я под лицо прыгну? Прям под глиф, да. Скорее всего, ты под мордой босса пролетела, да. Надо с другой стороны прыгать. Спасибо. Ну, так, ну, что там? Реле, ну, чё, все. Где?
параша всякая выпадает. И пусто. Рили под конец не повезло. Я рыбку пока поставлю, у нас были падавшие. Угу, а босса пока запущу. Можно часть народа спекнуть, зачем нам тут 5 скиллов? Ну, давай кто-то спекнитесь. Давай я в соло похилю. Кто? Могу я спекнуться. Соло точно не получится. Давай это в ДЦ холик, вот не тут не так критичен, тут столько прохила не нужно. Ну, спекнись, пускай 4 хила будет. Посмотрим, сколько ДПС у нас. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шанса. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. Не сказать, что от меня много пользы, но все-таки. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Немало, да? Ну, какой-то минимум я выдам, наверное. Я тоже хочу подамажить. Давайте все подамажим. Это уже был через 5 секунд. Сказала раньше, я бы в ДЦ, ты бы в ШП. А что-то долго думаю. Попробуй. Зачем ты его забрал обратно мне? Я агро просто сорвал с тебя. Ну ты автоатаку стопай, УПшки стопай, когда он забирает. Блин, говорят, шмот тоже надо менять. Ну да, надо. Да, это как из танка в ДД спекаться и оставаться в танке в шмоте. На рандоме остается. Зачем твое постоянно забираю? А, это баг что ли такой? Да, есть там баг. Смотри по получаемому урону, по факту mm-hmm. уже. У тебя еще твои все и пули, все одетые? Да. У меня ДС с холиком имеет общий комплект. Забрал или нет? Забрал, забрал. Давай, на килла перевесь частицу. Этих два в миле я задеваю цепухой.
Так, ну давай про товар прожимку. И мордонец тоже давай. Триста шесть тысяч. Все равно мало. Я очень мало выдала, потому что хила шмоте. Да, я для хэма это. Для хэма это мало. Все, я обратно в холика. Открыли портал. Открыть портал. А можно как-то в рекаунте сохранить стату, чтобы, ну, просто потом проанализировать? Ну, принт-скринт кнопка называется. Шли? Могу линкануть и потом себе скрин сделаешь. Я не знаю. Да нет, я просто хотел именно сохранить, чтобы посмотреть, что там как критует и все такое. Угу. Да, принт-скрин кнопка, а потом у себя там в папке с игрой там будет отдельный скриншот. Квест. Синдра, наверное. Лана. Вот во кто бы. Мало ли всякая дрянь квестовой. Да вроде Лана была. Кошмар. В десятке или двадцать пятке? Тянка бутяры, выйди с мелизоны. О, в десятке Синдра. Там лужа толстого разливается, не надо там стоять. Вот такой пар, видишь, зеленый дебаф. Чумное облако. У меня сейчас слепно. Вижу. Так. Два приста. Что-то хрень, а? Блять, два приста. И пикси. У вас есть такая хуйня. В вашем аддоне хиловском должно показываться синим цветом. Вот это параша, да. Ну почему маг ее снимает? Почему вы не диспелите это? Или у вас... Два хила были в резюме. Ну, это... Хуёв... Два хила. Бля, какой-то хуёвый аддон у вас, раз вы не диспелите. С таким успехом и чуму на лечение будет видно. Вот эти вот исследователи чумы, они превращают человека в слизня. Это магический дебаф. Его могут снять присты, паладины. Даже протопал, даже ретрик. Но вам похуй, вы не снимаете. Надо снимать. Сразу причем. Ну, дроп. Я тут зеленка. Да. Да. Войта, можно будет Вальку полетать похилить? Да, летай чё. Мне просто учиться надо. Не всю жизнь я в ДСшке буду бегать. Танки. Остальные уйдите все назад. Чё вы, ну? Давайте вот этого мелкого зергаем. Сводите его сюда поближе.
Царь Небес. Там грилит вылетел, он зайдет. И кто-то. ИВБ. А это ИВБ вылез. Я же писал, что он прибыл. А, что-то пропустил. Было такое в чате. Что у меня имеет свойство на этих боксах вылетать по кусках? Да у меня тут вот это вот получил зеленую вот эту парашу синюю, и чат прокручивается сразу. Крутить его нету времени. Ресните лока пока. Но сейчас я ресю. Чего, агри собаку? Вставай. Так, первую прожимку будет Бордонец сдавать. И первый гимн на ХП будет давать сельдь на первом истреблении. На истреблении, кто тут цешник, тянка дашь по сельди щиток, чтобы она гимн прокастовала полностью. Давай. А ее захуярило, да? Там или обезвредите одну сторону, одну активируйте, там не знаю. Вон червяк идет. Натухло. Одна под боссом, одна звезду, одна в ромбик. Так, в ромбике воет. Синтек в звезде. Хеда, стань с правой стороны, если что. Со стороны ромбика чуть дальше. Я возле звезды и встану. Каски обновить. Хант, хурюк. Хант готов? Эльнурик. Готов? Присты все с той стороны, хеда кого-нибудь из шапашек можешь это. Придание силы шокин. Все, давайте на счет три. Раз, два, три. Как обычно, после едкой гнили будешь уже забирать. Прожимку будет мордонец с массакрой давать с палавской. На едкую гниль. Так, споры. Ромбик еще. Пока не могу прочитать это заклинание.
под боссом не вижу. Есть под боссом? Или да. Везде две? Да, да? А, все. Показалось. Сейчас это 5 хилов по танку больше начинаем работать. Сейчас по рейду дамаг исчезнет. Если надо будет, могу духа кинуть. 4 вместо 3 плюют почему-то. Это хуёво. Последние споры сейчас разнесем. Болт, ну отнеси, пожалуйста, в ромб. Танка оверхилим. Сейчас едка гниль, готовимся. Духа повесить? Массакру, на да? Ну не, не надо. Забирай. Че, биг дэмэджи хилим. Вадик, он где-то далеко стоишь. Возле меня. Сейчас споры можно не сносить, уже стойте как стоите и все. А кровь кому-то нужна тут? У кого квест есть на кровь, чтобы вам отдать сразу? Есть такие в рейде? Короче, не отдается. Точнее это, не знаю. Булкин хламопота поставил, кому надо, починитесь сразу и это реги прикупите. Возможно, Тянка, у кого-то тебя... заканчиваются. Тянка, это квесты на шеем. Тебя там не касается, это кровь. Не переживай. Локи читер, блин, как где-то 35% или 30% у босса, у них дамаг повышается. У них экзекутка сильная. Читерство это все. Я так грилли-то никогда не догоню. Ты всегда можешь уйти на холи-пала, хрен тебя кто где догонит. Да зачем это? Скучно. Кто из вас там водит? Протовар? Да. Марадонец поводит. Да, типа, протоваром сложно забирать из-под рейда. Давай, нету... история и хант напуливайте на вара. Проще марадонцу набрать агро сейчас с пула сразу. Да, и... да, тогда на марадонце напульте. Да, если это отслеживать неудобно. Стоп, на кого пулить? Сейчас первый на пулы на мордонца. Потом на вара. Хант. Да похуй, ну. Похуй, ну это ебашьте. Да, да. Давайте на счет 3. Раз, два, три.
забирай. У всех в голове демон есть. В разное время просыпаются. Четыре стака. Давайте сальву по вороту. Он шпарит сейчас как-то нормально. Блять, у него экзекутка началась, походу. Может, по локу? Ну, по локу там. Кто у нас уже обгоняет? Ты сказал по вару. А, по локу. Грилит, просто раскол нажми и все. Не знаю, я забрал, но... Хорошая ли эта идея? Добили уже. Там осколок упал. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Потрясающе. Да. Кто в кукле? Вар? Вар, да. Я вообще не эксперимент. Сам экспериментирую. Так. Ну, куклу будем захватывать, чтобы первого он стопудово плюнул. Пока ешьте какую-нибудь рыбу, там, еду.
Сейчас поставлю. Давайте бафы, пожалуйста, все. Ветер ему. Хеда, солнышко, ты где? Бегу, 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 бегу. Иди садись, Вар, пока я... Лёки, у тебя масло кончилось. Садись, куклу, хотаем его. Не забывайте, тут нельзя пельмени ловить, в лужах стоять. Отойди подальше отсюда, чтобы на тебя попал этот... Не подходите к ним. Тут, походу, починили, да? А, да. Тут омоложение, буйный рост, и там какой-то прок есть у ДЦшника маленький. Иди ближе к боссу пока. Все, 16 есть. Давайте, медики, приготовьтесь. Вставайте на позицию. На счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Поехали. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал сам чумы, которые уничтожит... Близковато, конечно, лужи выльются. 100 метров 15. Вот лужи вышли. Две штуки. Лагает пиздец там. Ну, как можете, предсказываем будущее, получается. Сейчас зеленого фул ДПС. Что-то близко выбрал. Отбежали к РДД. РДД пока бьют. Смотрим, кого выбирает. Добиваем. Добиваем, добиваем, быстрее, быстрее, быстрее. Бьем профа. Ничего не стопаем, бьем. Плевать будешь после стана, после красного стана. Сейчас он вызовет, потом плюнешь. Пока что чилим. Фаза. Сейчас будет выбирать красный цель. Эту цель захиливаем. Бегаем по кружку, который на полу нарисован. Милики помогаем бить. Слизня. Захиливаем. Пельмени отбежали. Не ловим пельмени. Вот, тянка словила. Лок еще, по-моему, словил. Помогайте, милики, бить. Рели, Лёки. Найдите бафлиси сейчас. Тянку ресы. Осторожно, там колбы криво стоят. От колб отойдите на 15 метров. Они сейчас через 15 секунд взрываются, вы возле них не должны стоять. Вот. Лужи. В лужах долго не стойте. Пулбафы отдайте по присту. Пельмени, аккуратно. Каску, лапу, пристабаф. Так, будет зеленый. Пристабаф дала. Давай, Булкин, Вадикон по пикси залейте, Эйнар. Давайте, милики, уже бьем зеленого. Пельмени отбегаем. Добиваем слизня. Так, синтек. Килаю ресы. Колбышек. Вадикон быстро двигался. Быстро двигался, станешь. Пельмени, аккуратно. СС по Буребай. Уже. Быстро двигался по Буребай, СС. А грили дашь по Рарнику. Сейчас, когда слизня добьем, дадите СС. Красного быстрее добиваем. Пельмени, аккуратно. Отбегаем от пельменей.
зеленый. Зеленый милики уже бьют его. Ой, блять, какой я прослапал, что ты прослапал. Дай массакру на рейд. Гимна хп сельдь. Я не западал. Че добиваем? Пельмешек отбегите только. Вот тянка опять словила. Щиток себе хотя бы давай, если под пельмешку стоишь. Красный. Лука захиливаем. Вот это пельмени все выставили, зачем? Милики, помогаем быстрее красного убить. Так, сельдь. Сейчас пельмешки скинет. Когда отойдешь, сейчас скоро будут кидать. Это что-то... Сбегайтесь в черепок. Сельдь, отлетишь к стене, гимноману читай. Ставлю тотем. Захиливаем. Пельмени аккуратно. Пельмешек отбегаем. Стоп по боссу, убрали петов, убрали все от босса, отошли. Вадикон только будешь переводить. Слизня красного играем. Колбы криво стоят. Похую. Вадикон, переводи босса. Остальные в слизня все сыграли. Быстро слизня. Пельмени. И босса можете играть. Все переводите. Это уже одна в одну упала, допить не успею. Да похую вообще, похуй, нормально. Все, вставайте к столу уже, идите, проф со стола начинает. Сюда подбегайте. Куда поведут, туда пойдем за спиной слева или справа. Наверх справа пойдем. В ДД перед лицом милики бегут. Полбы не попадитесь. На четырех стаках вар заберет. Даю геру. Фул ДПС. Сейчас будут пельмешки, смотри, из профа вылетать. Смотрите внимательно, сейчас все на пельмешке. Их нельзя ловить. Скучкуйтесь, чтобы куча пельменей не летала. Так, это что, это лужа прилетела? С лужи отошли, и пельмени сейчас еще полетят. Сейчас смотрите внимательно. Мы близко стоим, вот они полетели, пельмени отошли. Вот они туда, в принципе, можно тут стоять. Забирай. Так, 4, да? Да. Так, Бурябай, давай диван по мордонцу. ИССом станешь. Бурябай. Колба. Ты тут, Бурябай? Ну уже колба аккуратнее. Блять, рарник по мордонцу, давай диван, это будет долго. Снимай дебаф. Сколько на тебя стаков? На мне 2, 3. Нормально, добьем. А то, что вы упали, это вообще хуета какая-то. Ну, вы пельмени все словили, сколько вас там? Нет, я прохилить пыталась. А ты в кого сейчас дал, Бурябай? Ты а как чем мне еще один? Ёбан. Ладно, все, спокойно. Перескак. Это какая-то параша. Дай это про товар ШВ. Я не зыбку дал тоже. И ВБ давай на ХП гейм. Тебя уже подхилит. Ну, давай на всякий случай. Все, сейчас мордонец пока держит, до 4 стаков должны убить. Пельмешки отходим. Все. Вы как-то сдохли, я даже не знаю, у меня такое полусонное состояние. Вот Притон, Лейки, быстро двигался и кто там? И Ильнурик, вы как сдохли, блять? Пельмень или чё? Просто чума какой-то. Пельмень, блядь. Сейчас я чекну в деталях смерти.
Сколок есть? Ну, чумы-то точно нет. Бегите на совет. А мутирующая чума — это вообще другого босса. Смотрим, Хант, вязкая гадость, молодец. 5000 ИП тебе. Так. Ну, от взрыва химической бомбы. Я ГП тем, кто очень много урона от пельменей поймал, начислил после рейда. Я кричал про колбу, а кто-то еще был за боссом, и тогда подохли многие люди. Ну вот непосредственно Притон сдох, непонятно от чего, блядь, в луже стоял, наверное. Да, стоял в луже от и потом колбы. Просто сдох. От колбы вроде бы. Но я видел под конец кто-то под этими, под колбами. Звоните, пожалуйста, к боссу, я заблудиться боюсь. Ну да, кстати, колба там взорвала, Нурика взорвала, и потом его тики добили просто лужи или чего там, или чумы вот этой, которая стакается. Аккуратнее, Валика. Ну, непосредственно, Хант от пельменей сдох. Там, короче, переводите теперь там мобов. Это. На ступеньки не заходите, чтобы не активировался таймер. Привет. Попробуем сделать. Подбегите только сюда все хилы, потому что тут два хила стоят. Быстрее бегите сюда. Когда мобы бегут... Я сам попробую. Вот сейчас идет... Что это вроде? 5 мобов. А, 4 моба. Давайте, выйдите из-под ног этих мобов. Вот эта вот хуйня, чтобы по всем не било. Напуливаем хорошенько. Все хорошенько делаем. Вот, можно гнев небес им давать, можно стан, можно сало дать, можно кикать все косты. Так что все прям нажимаем, что есть. Блять. Вот этого петуха звезду зергаем. Если щиток на себя вешает, то другого бьем. Там секунд на 7 щиток кидает. Такое сделаем? Да. Да,